народный вокальный ансамбль «Славянская душа» из Кармянского района. Именно он сегодня способствует хорошему настроению нашей зрительской аудитории. Дорогие друзья, 4 июня на календаре и накануне Всемирного дня экологов мы встречаемся с вами. Говорят, что 21 век стал веком охраны окружающей среды. Легко понять, почему. Разрушение экологии стало серьезной угрозой для здоровья человечества. Некоторые аспекты охраны окружающей среды мы обсудим сегодня в ходе прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста, в студию 34-22-43, пишите в Viber, номер вы видите на экранах. Ну а я хочу познакомить вас с Татьяной Митковец, руководителем народного вокального ансамбля «Славянская душа» Кармянского районного центра культуры и досуга. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Елена. Мы рады вас приветствовать и очень хотим узнать информацию об этом прекрасном коллективе. Буквально несколько слов. Как давно образовался? Кто входит в его состав? Пожалуйста. В этом году нашему коллективу исполняется 20-летний юбилей с даты образования и 15 лет, как было получено почетное звание «Народный любительский коллектив». В состав входят работники отдела идеологии и культуры по делам молодежи, которые, в общем-то, пытаются способствовать процветанию, возрождению народных песенных традиций. Замечательно. Но у участников коллектива вот просто ощущается, что есть у них музыкальное образование. Это самодеятельный ведь коллектив, да? Коллектив любительский. Но поет профессионально. Мы стараемся. Все имеют музыкальное образование наверняка. Нет, не все. Ну, этого не заметишь никак. Все-таки дарование. Спасибо, мы будем стараться еще лучше. Татьяна, скажите, о чем нравится петь коллективу? Петь нравится обо всем. О родной земле, о родных традициях каких-то, которые были, к сожалению, уже утеряны нами именно. Ну, как бы народное песенное искусство очень многогранное и очень многотематично. Поэтому спасибо. Поем обо всем. Спасибо. Вот сегодня накануне Всемирного дня экологов мы встречаемся, и я хотела бы задать вам такой вопрос в тему. Как вы считаете, что каждый из нас может сделать для окружающей среды, для ее защиты? Не мусорить прежде всего самому, учить своих детей, своих близких. И видишь, кто-то бросил, подними, и как бы все-таки, если каждый сделает это хотя бы один раз в день, мы сделаем нашу землю гораздо чище. Спасибо большое. Всемирный день окружающей среды – это событие как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году жители многих стран провели десятки тысяч мероприятий – от уборки вокруг своего дома до посадки деревьев. Достаточно ли подобных мероприятий для поддержания экологической стабильности в нашей области? И что каждый из нас может сделать для природы и, по сути, для самих себя? Об этом поговорим с нашими экспертами. Я хочу познакомить вас. Знакомьтесь, пожалуйста, Владимир Ковзелев, директор Гомельской ассоциации детей и молодежи. Ирина Ленивка, эколог Гомельской ассоциации детей и молодежи. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Гришков, начальник отдела контроля за обращениями граждан с отходами Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дмитрий, добрый вечер. И Александр Никонов, заместитель директора коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс». Александр Анатольевич, рада вас видеть. Вот такой вопрос общий. Природные ресурсы и защита окружающей среды – это забота соответствующих ведомств? Или простые граждане тоже интересуются этой темой? Пожалуйста, это общий вопрос, высказывайтесь. Ну, защита окружающей среды – это проблема каждого человека. Независимо от того, это государственные структуры или общественность, каждый человек должен заниматься этой проблемой. На своем месте все должны... Это понятно. А вот занимаются ли, интересуются ли?
Да, в последнее время граждане очень активно принимают участие и очень переживают за состояние нашей окружающей среды. Очень много направляют к нам своих обращений, если где-то видят, что что-то происходит не так или образовалась какая-то несанкционированная свалка. Они стараются проинформировать и нас, чтобы мы повлияли, и она быстрее ликвидировалась и стала чище. Я поняла. То есть вы судите именно по конкретным обращениям граждан? Конечно. Да? То есть мы делаем вывод, что статус этой темы в нашем регионе достаточно высок или недостаточно высок, находится на начальном этапе. Ну, конкретный пример. Так. За 17-18 год в конкурсе победила 22-я школа. Так. Среди организаций образования. Так, и вот дети с радостью говорили на линейке о сохраненных 600 деревьях. Это не зря, потому что школа собрала больше 30 тонн макулатуры. То есть не деревья главное высадить, главное сохранить те, которые сидят уже, растут. Так, так. Правильно? 30 тонн макулатуры, 600 деревьев. 600 деревьев, да. Совершенно. Вот такая. Это целая роща. Да, абсолютно точно. И еще, Дмитрий, хочу все-таки у вас, наверное, ну, может, и у Владимира с Ириной, ну, насколько бережно относятся граждане к природе? Потому что, возможно, есть у нас особо ответственные, они там берут на контроль, звонят, просят, инициируют, но есть наверняка и другие. Ну, естественно, если бы мы сказали, что на сегодняшний день у нас везде все чисто и не образуется там ни одной свалки, что все люди сортируют отходы, то мы бы могли сказать, что да, действительно, все 100% граждан активно принимают в этом участие. Но естественно, что есть все-таки выявляются факты и несанкционированных свалок, и неразделения отходов по видам. Вот, и других нарушений. Угу. Владимир? Ну, я считаю, что мы на сегодняшний день находимся на начальной стадии по этой проблеме. На сегодняшний день у нас еще не развито волонтерство, и сознание граждан еще пока не на достаточно высоком уровне, чтобы этим заниматься. На сегодняшний день мы знаем, у Швеции вообще мусора нету, нечего перерабатывать. А у нас свалки, особенно несанкционированные, растут из года в год. Ну, можно сказать, пока не увеличиваются. Допустим, наши волонтеры, каждый год мы выходим в зоны отдыха и приходится убирать за нерадивыми отдыхающими их, то, что они оставляют там на природе. Это часто, особенно после лета, вы пройдите в Обкомовское озеро, Березовая роща за Волотовой, там, где много людей, там всегда много мусора. Я думаю, что тут еще... Работать и работать. Работы, правда? Много, особенно в процессе воспитания, в процессах воспитания, образования нашего населения. Абсолютно точно. То есть мы в начальном звене. Младшая школа у нас, да? Да, пока да, можно. К сожалению. Дорогие друзья, по традиции в нашей программе есть вопрос эфира. И мы, конечно же, его подготовили. Подготовил Дмитрий Гришков. Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос для телезрителей. Давайте. Дорогие телезрители, хочется задать такой вопрос. Как вы думаете, сколько времени понадобится для того, чтобы разложилась пластиковая бутылка, ну, например, выброшенная вот в окружающую среду? Да. Нерадивым потребителям. Да. Сколько лет разлагается пластиковая в природных бутылка. Условиях пластиковая бутылка? Вот это и есть вопрос. Уважаемые телезрители, я напомню, что для того, чтобы дать ответ, вам нужно позвонить. В Viber мы эти ответы не принимаем. 34-22-43, ваш звонок в прямой эфир, мы познакомимся и послушаем ваш ответ. Тому телезрителю, кто первым правильно ответит на вопрос, достанется пригласительный билет в картинную галерею Ващенко. Дорогие друзья, будьте, пожалуйста, активными. И, пожалуйста, пишите нам Viber, номер вы видите на экране, отвечайте на вопрос эфира. Что делаете вы лично для защиты окружающей среды? Ну что ж, у экологов есть добровольные помощники, вы их назвали уже, это волонтеры. Ассоциация детей и молодежи – это единственная организация, Владимир, которая занимается вот таким
скажем, полезным делом, нужным, главное? Да нет, достаточно есть количество людей, которые сознательно занимаются. Это есть и пожилого возраста люди. То есть это самостоятельно, да? Да, самостоятельно. Они выходят, там где-то клумбы делают, высаживают деревья. Естественно, смотрят за мусором вокруг своих дома, там огорода. Ну и также в учебных заведениях практически есть в каждом свои отряды какие-то волонтерские, которые тоже нам помогают. Я поняла. Хорошо. А ассоциация детей и молодежи, кого она объединяет в своих рядах? Ну, в основном у нас это студенты, школьники, преподаватели, педагоги. Наша организация. Есть работающая молодежь, но там разные возраста, поэтому и работающие, и учащиеся. Но к вам записываются целыми школами или это индивидуально? Как? Нет, может быть, есть направления профильные какие-то в средних школах? Да, ну, в основном это группами приходят. Ребята, которые поучаствовали вот в наших вот таких акциях, вот это сейчас идет уборка березовой рощи, естественно, несколько человек после наших мероприятий к нам приходят и остаются в организации. Ну, есть, конечно, группами, особенно там музыкальные группы, они полным составом вступают. А так в основном индивидуально записываются, ну и отдельно там с друзьями, небольшими группками приходят. Я поняла, Владимир, вот это то, чем приходится заниматься, да, волонтером, да. А чем хотелось бы заниматься? Ну, хотелось бы, у них у каждого есть свои индивидуальные потребности. Я понимаю, что когда им говоришь, что у вас есть возможность поучаствовать в международном молодежном обмене, то да, практически все хотят там участвовать. То есть поехать куда-нибудь за рубеж, пообщаться с ребятами, поучаствовать в мероприятиях, которые проходят за рубежом. Ну, а как-то свою активность у себя на родине не во всех пока еще достаточно активная. Ну, знаете, ну, хоть что-то привлекает в эту организацию, это здорово. Все равно, что люди идут, и у них же есть потребность помочь. Ну, а то, что они хотят и поучаствовать в конкурсе, и выехать куда-то, ну, тоже хорошо. Да, ну, это неплохо, да, есть чему учиться. На сегодняшний день, если мы стажируемся на экологической станции в Ганновере, то, естественно, это большой плюс для стимула работать в организации. Владимир, Ирина, мы обязательно еще коснемся деятельности АСДЭМа. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Давайте познакомимся с вами. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Ющенко Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, очень приятно, что вы дозвонились. Вы хотели бы рассказать, что лично вы делаете для сохранения окружающей среды? Не мусорю, мусор собираю. Замечательно. Это то самое простое дело, которое мы можем сделать для нашей природы. Спасибо вам большое. Ну а теперь, вероятно, у вас есть ответ на заданный Дмитрием вопросом? 500 лет. 500 лет вы считаете? Давайте повторим вопрос, да? Как вы думаете, сколько лет разлагается в природных условиях пластиковая бутылка? 500 лет. Ответила Татьяна Михайловна. Что скажет Дмитрий? Нет, чуть-чуть меньше времени на это уходит. Так, Татьяна, мы рады были приветствовать вас. Мы счастливы, что вы поддерживаете экологов. Ну, немножко не получилось у вас с ответом, но все ведь хорошо, правда? Звоните нам, пожалуйста, хорошего вечера вам. Ну что ж, вопрос еще актуален. Уважаемые телезрители, пожалуйста, 34-22-43, ваши ответы на этот номер. На вопрос, как долго в природных условиях разлагается пластиковая бутылка. Обычная пластиковая бутылка, которые можно видеть по берегам рек, в местах отдыха и так далее. Владимир улыбается, подтверждая, это действительно так. О проектах очень хотелось бы слышать, о проектах АСДЭМа. Вы наверняка не варитесь в собственном соку, а имеете какие-то отношения, сотрудничаете, наверное, с кем-то. Ну, у нас в организации есть несколько направлений. Ну, я тогда расскажу просто по проектах по экологической деятельности, которые мы осуществляем. Но на сегодняшний день у нас один такой хороший идет проект, который направлен
на исследование содержания колодежной питьевой воды в сельской местности на нитраты железа. Вот мы занимаемся пока вот этим проектом. Вы ездите по области? Да, мы ездим по области, и мы отправляем как-то людей и передаем тест-полоски, те необходимые материалы, при помощи которых вы можете дома померить воду в колодеже. В скважине. Даже так? Да. Даже самостоятельно? Да, мы можем получить, да? Вам, дать соответствующий материал, инструкцию и тест-полоски, при помощи которых вы можете померить. Угу. Это очень важно. Я так думаю, что каждый из присутствующих здесь в студии скажет, да, это реальная польза, ну, скажем так, для нашего здоровья. Знать, что ту воду, которую ты, та вода, которую ты пьешь, прошла проверку. Спасибо большое. Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы приветствуем вас накануне Всемирного дня экологов. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Очень приятно, Людмила. У вас есть ответ на вопрос Дмитрия, но прежде чем вы произнесете эти заветные слова, скажите, пожалуйста, а что вы лично делаете для того, чтобы сохранить окружающую среду? Ну, чтобы сохранить окружающую среду, у нас в семье такие правила. Собираем макулатуру. Очень хорошо. Отводим в школу. Так. Вот, ну и на работе заведено тоже. Каждый листочек, каждую бумажечку мы все слаживаем в коробочку, не выбрасываем ничего в мусорное ведро. Вот это очень хорошо знают родители школьников, да, где обязательным условием значит, школьных правил это сбор макулатуры. И это очень здорово. Так, ну а теперь давайте ваш ответ. Так, мой ответ я попытаюсь назвать 450 лет. 450. Людмила, если я не ошибаюсь, да? Да, Людмила. Людмила, ну, холодно, пока холодно. Пластиковая бутылка, Дмитрий, разлагается чуть меньше, да? Ну, это здорово, что люди думают, вот долго разлагается, действительно, такая прочная, вот, чуть меньше. Более 100 лет. Более 100 лет, да, это вот... тактически правильный ответ. Людмила, ну, подсказки не разрешает давать наш режиссер. Вот поэтому на данный момент мы с вами прощаемся. Вы можете позвонить, подождите, сделать еще одну попытку. Я хотела бы сказать, да, что вот для меня у вас... Алло? Да-да, мы слушаем. У вас в студии сидят из кормы... группа. Есть у нас замечательные вот, люди. Тоже из городского поселка Корма. Поэтому мне настолько приятно их сегодня видеть, как они пели, танцевали. Ну, я просто в восторге. Людмила, вы видите, какой... Они большие молодцы. Я уже их знаю очень долго. Вот они машут, так приятно видеть, да, знакомые лица просто. Они замечательные. Они тоже желают вам доброго вечера, да? Да, да, да. Вот. Ну, всего хорошего вам. Спасибо вам за звонок. Дорогие друзья, на Беларусь-4 Гомель обсуждается тема экологии. Вас обязательно ждут песни в исполнении вокального ансамбля «Славянская душа». Дорогие друзья, накануне Всемирного дня защиты окружающей среды говорим мы об экологии. У нас в гостях замечательные люди, в том числе и Татьяна Митковец, руководитель вокального ансамбля «Славянская душа» из Кормы. Татьяна, к вам у меня вопрос. Какие вопросы экологические беспокоят жителей Кормянского района? Я думаю, вопросы те же самые, которые беспокоят и должны беспокоить не только всю Гомельщину, Республику Беларусь, но и весь мир. Это, естественно, загрязнение окружающей среды, в том числе и водных ресурсов. Это уничтожение лесных массивов за счет как раз-таки необходимости какой-то древесины. Хотя мы все там пытаемся собирать макулатуру, и у нас это получается, скажу больше, что даже мы будем стараться еще лучше. Угу. Хорошо. Татьян, не будем держать телезрителя на проводе, поэтому, конечно, давайте послушаем, а потом продолжим беседу. Добрый вечер. Добрый вечер.
вечер. У меня вторая попытка. Так, Людмила, это вы? Людмила, это вы? Я бы хотела бы вот попытаться ответить. 180-200 лет. Так, Людмила, это вы? Да. Людмила, хорошо, не отключайтесь, у меня к вам есть вопрос. Дмитрий, 180-200 лет. Да, совершенно верно. Людмила, вы ответили правильно. Я так 180-200 лет разлагается пластиковая бутылка. У нас к вам есть вопрос. Скажите вашу фамилию. Тут просят ребята из Кармянского района. Ребята просят фамилию? Да. Фамилия моя Евреинова. Все, закивали, знают. Закивали, знают? Да. Да, Евреинов Николай. Понятно, да? Людмила, да. Спасибо вам большое. Он проживает сейчас в Минске, он тоже передает им огромный привет. Спасибо большое. Ваш приз будет вас ждать с сегодняшнего позднего вечера. Ну, приходите лучше завтра как утром. Смотреть на знакомые лица, так приятно. Замечательно. Просто, теперь мы все знакомы. Спасибо вам большое за звонок. Татьяна, еще один вопрос. А вот занимаются ли в Кармянском районе экологическим земледелием? Насколько мне известно, таким видом агротехники у нас никто не занимается. Вот Но, тем не менее, практически у каждого жителя есть подсобное хозяйство, это, естественно, огороды. И наверняка каждый беспокоится о том, чтобы выращивать экологически чистую Конечно, продукцию. Конечно, несомненно. Правда? А вот следят ли жители Кармянского района за состоянием источников? Крынички чистят или нет? Ну, допустим, тот природный источник, который находится непосредственно у нас в городском поселке, он находится на балансе жилищно-коммунального предприятия, и, естественно, за ним ухаживают. Но в то же время буквально километрах в 5-6 от Кармы есть населенный пункт Барсуки, агрогородок, где жители именно по собственной инициативе, полностью своими силами обустроили природный источник, сделали удобный подход ступенчатый и так далее. Замечательно. Да, мы тоже очень гордимся Какие ими. Молодцы, прям вот в тему Кармянский район сегодня. Молодцы, сознательные граждане, спасибо вам большое. Ну а сейчас я обращаюсь вот к Ирине Владимиру, которые обустроили, скажем так, лабораторию по проверке образцов воды прямо у нас в студии. Нужно сказать, что 5 проб предоставили нашим экологам. 3 из них – это Гомельский район, и 2 пробы привезли жители Кармянского района. Ирина пока не знает, где какая, но готова проверить эту воду. Скажите, на что мы будем проверять? Сегодня мы воду будем проверять на нитраты, железо и на фосфаты, на содержание этих показателей. Железо и нитраты мы проверим тест-полосками. Это легкие, достаточно простые способы. То, что касается фосфатов, мы проверим реагентами. Это займет некоторое время, поэтому сейчас я начну. Да, вы начните, но покажите нам, вот как тест-полоской измерить. Вот один пример. Хорошо. Дайте нам, как тест-полоской определить, есть ли нитраты в воде. Сейчас опускаем тест-полоску. Предварительно налита в кювету вода. Сюда мы опускаем на пару секунд. Это номер один. Да, номер емкость, один. Да? Так. Отпускаем тест-полоску, подержали ее пару секунд и выкладываем на салфетку. Она высохнет, и потом мы узнаем результат. Так я сделаю со всеми 5 пробами, то же самое я сделаю и с пробами на железо. Угу. А уже, когда будут фосфаты, здесь будут добавлять реагенты. Я поняла. Здесь пойдет магия. Да, вы можете работать, но я хотела спросить, Владимир, вот говорят, ну, приходилось мне слышать, что железо воду особо не портит, потому что изменяются только органолептические какие-то показатели. Пахнет она не очень и на цвет не очень, а так она вреда не принесет. Это правда? Нет, если бы превышение определенной, допустим, концентрации не влияло на наше здоровье, мы бы не строили станции обезжелезивания. На сегодняшний день все практически крупные населенные пункты нашей страны имеют станции обезжелезивания, значит, все-таки... Влияет на здоровье. Спасибо вам за ответ. Скажите, пожалуйста, ну, я знаю, что вы активную работу проводите по этой теме. Что человек пьет? Проводите в школах, в учебных заведениях, других эту работу, да? Насколько эффективно проходят такие занятия? Насколько интересуются ребята, подрастающее поколение?
Ну, на сегодняшний день при работе с гражданским населением мы выявили, что после проблемы, которые волнуют людей, после зарплаты и цен на следующем идет здоровье. Да. Как только заходит вопрос о здоровье, все почему-то связывают с водой. Практически все население почему-то сетует на воду. Поэтому Но это правильно сетует? Ну, конечно, это правильно, потому что вода имеет большое значение для жизни людей. Поэтому люди правильно волнуются. И поэтому мы информируем население, как себя вести, что можно, что пить, что не пить. Но вот поэтому у нас это вот учебная лаборатория, при помощи которой молодежь может заниматься исследованиями. Угу. И мы выезжаем в разные учебные заведения, просто на какие-то проводим акции экологические и предоставляем возможности вот ребятам самим своими руками проводить исследования. Ну, это, конечно, интересно. Да, у некоторых ребят, большинство ребят вызывает большой интерес заниматься исследовательской работой. Вот поэтому они пока и держатся. Хорошо. У нас в организации. Да, ну, это реально, это то, что может пригодиться в жизни. Может, вы воспитываете будущих исследователей, химиков, экологов. Владимир, скажите, пожалуйста, а вот не имея такой лаборатории, при помощи каких-то подручных средств, которые имеются на каждой кухне, там соль, сода, может, перец, можно ли как-то вот проверить воду на качество? Я, конечно, может и можно, но я что-то не совсем верю этому. А самый простой способ – это вот тест-полоски, они доступны. Сегодня уже тест-полоски доступны всем везде. Если кто хочет получить, вы можете к нам обратиться. Мы предоставим тест-полоски на нитрат и на железо. Вы можете дома сами проверить. Угу. Сами проверить, ну и нам дать обратную связь, потому что мы собираем информацию. Вы составляете атлас Небольских? Составляем карту Республики Беларусь, угу. Там, где вода имеет превышение. Там, по нитратам, по железу. Я поняла. Вы не уходите, пожалуйста, занимайтесь своим очень интересным и важным делом, а я обращусь к нашим гостям еще. Есть у меня вопросы. Скажите, пожалуйста, не знаю кто, Александр Анатольевич, Дмитрий, как много образуется коммунальных отходов в Гомельской области? Ну, ежегодно в Гомельской области образуется порядка 600 тысяч тонн коммунальных отходов. И где-то из них четвертая часть, порядка 150 тысяч, образуется непосредственно в городе Гомеле. Угу. То есть шведы бы это переработали без остаточно, у нас вот такое количество. Какой объем от общего количества мусора направляется на переработку? Ведь что-то перерабатываем, а что-то нет. Ну, вообще сбор вторичных материальных ресурсов – это очень важная и экономическая, и экологическая задача. И учитывая ее значимость, каждой области республики ежегодно доводится задание по сбору вторичных материальных ресурсов. Угу. Так, за первый квартал текущего года уже собрано более 25 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов, что составляет порядка 20-22% от общего объема образования коммунальных отходов. Угу. Поэтому можем сказать, что порядка 20-22% направляется на переработку. Спасибо. Ну, а вот какие-то меры предпринимаются, чтобы это количество уровня используемых коммунальных отходов увеличивалось, чтобы больше мы перерабатывали, чтобы равнялись на Швецию? Тут вопрос, наверное, в том, чтобы собрать раздельные отходы, чтобы люди поняли, что собирать вторичные ресурсы можно раздельно. Для этого в городе создана вся сеть и приемно-заготовительные пункты, и система раздельного сбора, это на каждой площадке. Угу. Мы видим желтые и синие контейнера. Вот меня всегда интересовал вопрос. Смотрите, Александр Анатольевич, если вдруг человек вот в тот контейнер, куда нужно бросать стеклянную тару, бросил несколько пластиковых бутылок, эту уж ситуацию уже не исправить или все-таки пересортируют? Почему? Кто-то еще будет сортировать? Насколько вот важна ответственность каждого из нас за раздельный сбор отходов? Поступают, вы правильно вот это указали, что когда приходят машины со стеклом, процентов 10 там PET-бутылки, пластик. Угу. Люди на сортировочном заводе все это выбирают. А, то есть есть еще, конечно, за нами люди, конечно, которые это... Конечно. Но чтобы облегчить, или, скажем так, чтобы убрать эту составляющую, да, мы просто можем сами
никого не напрягая, раздельно совершенно все верно, собирать. По опыту из практики дома два пакета для сбора смешанных и для сбора вторичных ресурсов. Угу. Александр Анатольевич, но я знаю, что КУП «Спецкоммунтранс» даже делает выпускает продукцию из полимерных отходов. Это так? Совершенно верно. Но вот то, что сегодня стоит на нашем демонстрационном столе, расскажите. Это только часть продукции, которая выпускается нашим заводом перерабатывающим. Вот. Это 15%, да? Это и дробленка, это и пенопласт, это и гранула, это и цепочки декоративные, и столбики. Основная, конечно же, масса – это идут полимер песчаные изделия. Это уже люди опробовали и пользуются спросом. По всей республике. Да-да, вот еще люки вы изготавливаете какие-то, да? Они как металлические получаются? Ну, не металлические, полимер песчаный. Полимер песчаный. Вот там идут загрязненные полимеры, те, которые очень трудно перерабатываются. И песок централитовский, это второй отход идет. То есть ни те, ни другие отходы не попадают на полигоны. И не имеют свойства, как Дмитрий сказал, 180-200 лет разлагаться там. Так. То есть они идут в повторный оборот. А они такие же тяжеленные, как металлические? Да нет, это так кажется, что они тяжелые. 60 килограмм весит кольцо. То есть один человек... Главное, чтобы они были такие же эффективные и практично было их использовать. Они полимер песчаные, они не впитывают влагу. Вот в чем их достоинство. То есть это то, что нужно. Это 60 лет гарантии. Дается на полимер песчаное изделие. То есть получается, из всего сказанного я делаю вывод, что собирая отходы, да, отдельно, вот разделяя пластиковые бутылки от стеклянных, от бумаги, от пищевых отходов, да, мы делаем большое дело. Это уже наш вклад в сохранение окружающей среды. И женщинам, наверное, уже не обязательно и дерево садить тогда. Мужчины пускай все по одному хотя бы посадят. Это вклад экологический, а есть еще экономический. Если человек разделяет отходы, он сам помогает себе сохранить тот тариф на обращение с отходами, который платят в жировках. То есть этот тариф давно держится уже на одном и том же уровне. Если он повышается на 1 копеечку за год или за 2, и все люди это уже видят, что сами они себе помогают. Угу. Оптимизация сети полигонов происходит постоянно. Я имею в виду полигоны, куда свозят эти отходы. Это даже предусмотрено национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как эта работа организована в Гомельской области? На сегодняшний день в области функционируют 28 городских полигонов твердых коммунальных отходов и 197 мини-полигонов. У нас в области продолжается поэтапная работа по уменьшению количества мини-полигонов. Вообще в перспективе избавиться от мини-полигонов, так как, на мой взгляд, сбор отходов от каждого домовладения должен осуществляться коммунальными службами. Так, на 2018 год запланирована рекультивация 50 мини-полигонов, а вообще за прошедшие 4 года в области было закрыто, рекультивировано и передано для вовлечения в оборот земель более 400 мини-полигонов. Угу. Вот. А вот это не вредно, вовлекать в оборот те земли, где когда-то лежали вот эти отходы? Мало ли что там лежало? Нет, то есть, как правило, эти земли, они передаются в лесное хозяйство для лесоразведения, где потом вырастают деревья, реже передаются в сельхозоборот. Хорошо, кто-то химический анализ вот этих земель делал, или все так страшно, как я себе представляю? Да, проводятся пробы почвы, специальные лаборатории, превышений после рекультивации, как правило, нет. Уважаемые телезрители, вы, пожалуйста, звоните, пишите нам в Вайбер, отвечайте на вопрос эфира, что вы лично делаете для сохранения окружающей среды. А я прямо сейчас, не объявляя рекламу, хочу поинтересоваться у Ирины Владимира. Уже есть у нас первые или окончательные результаты? У нас уже есть все результаты. Так, слушаем. То, что касается нитратов, давайте как-то... чтобы было более наглядно. Так, подождите. Есть шкала, да, к которой вы будете прикладывать тест-полоски и определять по цвету. Да. Владимир, вы перед собой держите. Здесь наш Андрей будет. Смотрите, первый образец. Первый образец, позвольте, это колодец в поселке Чаплин Гомельского района. Содержание нитратов около 10 миллиграмм. Это все в пределах нормы, даже ниже нормы. Так.
Дальше второй образец. Это Староград, городской Староград, это Кармянский район, да? Кармянский район. Пункт, колодец. Колодец из частного подворья, знаете, тут идет превышение нитратов, возможно, ну, на данный момент это связано, что вносили какие-то удобрения на поле, либо то, что там, возможно, компостная яма рядом, либо туалет рядом, уличный. То есть обратите внимание, потому что по санитарным нормам расстояние до до туалета, допустим, должно быть минимум где-то 50 метров, чтобы не было именно загрязнения воды. Угу. Третий образец – это Колонка, поселок Чаплин, так. Домовладение. Тоже здесь все в пределах нормы. Так. Норма составляет 35 миллиграмм на дециметр кубический. Хорошо. До 45. Колодец деревня Будище – это четвертый образец. И тоже норма. Да, здесь тоже все хорошо. Норма. И родник, городской поселок Корма. Так? И где находится родник? Недалеко от Кормы, да, Татьяна? Он находится в самой Корме, в районе нашей центральной районной больницы. Ну, здесь тоже такая вот есть проблема. Ну, возможно, где-то что-то поливали. На границе предельно допустимо. Обратите, пожалуйста, внимание. Это внимание. Что касается нитратов. Содержание нитратов в воде. Что касается железа, здесь все образцы чистые, то есть удивительно, содержание почему? Железа оказалось ноль. Ну, по железу все хорошо. Прекрасно. Да. И по фосфатам. И да? Последнее у нас фосфаты. Конечно, результаты удивили. Это в хорошем смысле или... Честно говоря, в не очень хорошем смысле, потому что фосфаты – это то, чего в воде быть не должно. Так. Вообще. Посмотрите, видите, какие... Показатели. Разные цвета. То есть у нас есть колориметрическая шкала, по которой мы можем определить содержание. То есть первый образец. Ну, он соответствует, наверное, практически норме, да? Нет, наверное, все-таки третий. Так, здесь у нас получается в районе 0,5 миллиграмма на литр. Так. Ну, фосфата в воде быть не должно. Это порог, который уже не стоит пересекать. Угу. И мы видим, что практически все образцы в таком же цвете, да. Кроме одного. Это четвертый образец. Это четвертый образец. Колодец деревня Будище, фосфаты. Здесь 2 миллиграмма на литр, это очень много. Очень Скажите, много. Что может являться источником фосфатов? Те же самые удобрения, которые вот вносили. Возможно, их вносили где-то очень много. Если это какое-то бывшее колхозное поле, которое... Ну, либо заброшенное, но в нем еще просто очень много накопилось именно самих фосфатов за время, пока им пользовались. Поэтому, ну... Может, склады каких удобрений близко есть. Я поняла. Хорошо. Скажите, как избавиться от этого? Это можно как-то вот поспособствовать очищению? Или это нужно новую колонку бить, колодец копать? Это что касается фосфатов, то, что касается воды. Получается, концентрации меняются в зависимости от сезона года. То есть весной, допустим, вода будет более грязная, весной и осенью. Uh-huh. Потому что начинается смыв с полей, там, допустим, как-то подмываются те же самые хозпостройки, и вот вся грязь, которая была накоплена, она идет в воду. Летом у нас идет, получается, падает уровень воды, и поэтому, ну, получается, что-то... типа рассола такого, концентрированного раствора. Даже в самой воде мы можем заметить, уровень воды падает, концентрация загрязняющих веществ повышается. Хорошо, что делать людям? Что не делать? Пить эту воду? Нет, воду надо будет устанавливать все-таки источник загрязнения. Но самое простое, это надо укрепить колодец, если это колодец. Так. Надо, во-первых, его вычистить, углубить, сделать глиняный замок вокруг колодца, уложить слой глины метр на расстоянии 2 метра от колодца. Чтобы... Ну, это можно, наверное, обратиться к специалистам, чтобы это подсказали. Это можно все сделать, да, потому что хотя бы так сократится загрязнение воды. Я поняла, нужно обязательно этой темой заниматься. Скажите, а вот фильтры для воды существуют разные, они помогут избавиться от фосфатов или нет? Все зависит от характеристик, которые есть. То есть нужно искать фильтр, да. Который очищает воду от фосфатов. Ну, да, если, конечно, такие... Но они в основном промышленные.
А, все понятно. Вот. И те самые банальные, самые обыкновенные фильтры, которые у нас используют, они не помогут от фосфатов. Они просто смогут уменьшить какие-то примеси, которые просто есть в воде. Это только механическая очистка, которая вот именно самые доступные, которые у нас сейчас есть. Если, конечно, будут ставить какие-то установки, там, допустим, системы обратный осмос и что-то еще, как-то может немножко снизить концентрацию. Я поняла. Спасибо вам большое, Владимир, Ирина, за проведенные анализы, если можно так сказать, лабораторные исследования, да? Вот. И я думаю, что люди, которые предоставляли эти пробы, возьмут на заметку и начнут дело на благо собственного здоровья и здоровья своей семьи. Конечно, это в первую очередь здоровье, потому что, ну... Вот удивили вот, вас, да, фосфаты. Да, спасибо большое, спасибо. Уважаемые телезрители, об экологии говорим мы сегодня. Продолжим эту тему. Пейте гостики, вино хмельное бродит, типа пейте.
Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель», интерактивная программа, которая, кстати, принимает телефонные звонки 34-22-43. Звоните нам, любые ваши вопросы по экологическому состоянию Гомельской области. Кстати, один из телезрителей воспользовался такой возможностью. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут? Татьяна Григорьевна. Очень приятно, Татьяна Григорьевна. Скажите, пожалуйста, что вы лично делаете для того, чтобы экология в том месте, где вы живете, была хорошей? Ну, мусор не сжигаем, хотя на огороде там грязи, много мусора, веток запрещено, мы все сдаем. Так. Ну вот не знаем, что делать со старой одеждой, старой обувью. Куда ее и как сдавать, утилизировать? Татьяна, это, собственно, ваш вопрос. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Да, слушайте ответ. Я думаю, что есть этот ответ. Кстати, Дмитрий, я начну. Добавлю свой вопрос. Сколько времени разлагается ветошь, у вас там в списке было, и старая обувь? По-моему, 100 лет обувь. Ну, что-то да, около 80. Ну, ветошь, конечно, меньше. Это, наверное, лет 10. Да? Вот. Куда сдавать, Александр Анатольевич? Ну, если это звонил житель частного сектора, то, наверное, она знает, в какие дни у них на улице ходит мусоровоз, собирает вторичный ресурс. Достаточно это туда положить, а специалисты на заводе уже разберутся. Натуральные это ткани, не натуральные. Если это является натуральной тканью, то, конечно, оно пойдет на повторную переработку. Так. Ну, поскольку в настоящее время много очень синтетики, насколько я понял, Татьяна Григорьевна, да? Да. Вот, у нее одни из натуральных тканей, она не знает, куда деть. Поэтому это все можно во вторичные ресурсы положить. Все это на заводе рассортируется. Вторичные ресурсы, так вот в какой из контейнеров? Это... В частном секторе они знают, в какой день вывозится. Я понимаю, хорошо. Да. Житель многоэтажки. Житель многоэтажки знает. Желтый контейнер, конечно, это все бросает. Туда, куда бумагу кладем, да? Да, да. Хорошо, спасибо. Ну, может быть, есть... Вот раньше ходили, это в моем детстве, старьевщики, они собирали, вот, да, и какую-то денежку давали. Да. А вот платно можно как-то это... Можно, если это оно относится к натуральным тканям. Но чаще всего люди не знают, это натуральная ткань или нет. Так. Натуральные ткани принимаются, конечно, за деньги. Поняла. Спасибо, Александр Анатольевич. Татьяна. Ну, ввиду того, что был телефонный звонок, мы немножко отсрочили разговор с вами о творческой составляющей. Вот. Поэтому именно сейчас хочу спросить, какие песни составляют основу репертуара ансамбля «Славянская душа»? Основа нашего репертуара, несомненно, белорусские песни народные и авторские в том числе. Но, тем не менее, так как само название «Славянская душа» наше, то мы исполняем и русскоязычный репертуар, русское народное творчество. Есть некоторые моменты и украинского. Здорово. А какие поездки, выступления, конкурсы включает творческая биография коллектива? Ну, наш коллектив является многократным участником различных областных торжественных собраний и концертных мероприятий. Кроме того, мы участвуем в республиканских фестивалях, праздниках. Мы выезжаем очень часто в Россию, вот особенно в Белгородскую область. Там поселок есть Вейделевка, который является поселком-побратимом нашего Кармянского района. Поэтому на их фестивалях и праздниках мы очень частые гости. Ну, кроме того, занимаемся благотворительными гастролями по сотрудничеству с фондом поддержки чернобыльским детям, нашим детям из чернобыльской зоны. Не помню название, к сожалению, переволновалась. Не волнуйтесь. Наша творческая группа, кстати, желает вам в будущем обязательно посетить Славянский базар. Пусть вас пригласят, и вы достойно выступите. Мы будем очень рады. Еще блиц-опрос такой для вас. Вот какую бы песню захотели бы записать и исполнить? Все, что мы желаем, то, что появляется в перспективе, мы все записываем и исполняем. Как бы неосуществимые мечты в творчестве для нас нет. Угу. На кого равняетесь? Понятно, что вы имеете свой характер, вот, у вас своя история. Но наверняка есть желание быть похожим на какой-то коллектив. Нету абсолютно. Вы мне не поверите. Нету желания быть похожим ни на кого. Очень здорово. Вот такая индивидуальная манера у коллектива. Вот такой характер. Да, и стараемся придерживаться этой манеры. Молодцы. Ну а теперь вопрос по экологии. Вот в каком состоянии
зоны отдыха и прибрежные полосы в Кармянском районе. Умеют ваши люди отдыхать без мусора? Я вам хочу сказать, если есть контейнеры для сбора отходов, то наш народ не мусорит. Но я, допустим, до 2004 года жила в Гомеле, как раз таки говорили, в районе Обкомовского озера. И приехав в Шакарму, я была поражена тем, что намного чище, как-то люди все-таки уже на тот момент, в 2004 году, были более сознательны в этом плане. С пониманием относятся, да. Молодцы. Ну, просто респект жителям Кармянского района. Да-да-да, аплодисменты. Следующий вопрос. Вот в области еще наверняка не изжиты факты несанкционированных свалок. Кто несет ответственность за них? Да, действительно. Вот не поймаешь же того, кто начал это. Ну, всякое бывает. Действительно, проблема образования несанкционированных свалок существует, правда? Да. Но нами, экологами, принимаются очень большие меры по их недопущению. А в случае выявления принимаем меры, чтобы они были оперативно устранены. Так, например, вот за 5 месяцев текущего года областным комитетом было выявлено более 850 несанкционированных свалок, на сегодняшний день из которых уже более 70% ликвидированы. За данное нарушение было составлено 95 протоколов, то есть 95 виновных юридических и должностных лиц, привлечены к административной ответственности, на них были наложены штрафы. Ну и мы прекрасно понимаем, что одними штрафными санкциями данную проблему не решить. Здесь очень многое зависит от экологической сознательности людей, от культуры воспитания. Я поняла. Ну вот мне понравился ответ Татьяны. Она сказала, что если есть мусорные контейнеры, то наши люди не мусорят. Вот, Дмитрий, скажите, если места, ну, скажем так, несанкционированные свалки появляются в местах, где нет контейнеров, ну, понятно, контейнер же везде не поставишь, кто виноват, люди или все-таки работники коммунальных служб, что не поставили контейнеры? Ну, если споймали того человека, кто разместил отходы, то, естественно, наказание понесет тот человек, которого споймали. Если же нет, то ответственность несет собственник территории, на которой размещены отходы. Еще такой вопрос. Вот какие отходы люди могут перерабатывать самостоятельно? Может, мы чего-то не знаем. Но до сих пор мы знаем, что бумагу можно сжигать, а пищевые отходы вот, и там растительные остатки какие-то в компостную яму. Может, научите? Ну, вот вам ответ про компостную яму звучал минут 15 назад. Так. То есть увеличивается в воде примеси, вот вам компостная яма. Ну, может быть, в правильном месте ее нужно размещать? А кто ее знает, кто размещает? Они просто в огороде закапывают ее и считают, это компостная яма. Я бы добавила то, что касается компостных ям, ее структуру. Главное ее не делать, вот тут колонка, а тут компостная яма. Все должно быть на нормальном расстоянии, допустим, в каком-нибудь углу участка. И компостная яма имеет свои тоже плюсы. Потому что это органическое... Это удобрение. Это органические удобрения, которые несут в себе гораздо меньше содержания нитратов, которые есть в самих удобрениях. Это не концентрат. Плюс, помимо этого, там работают бактерии. И это дополнительные новые реакции в почве, если их вносить этот компост. Тема органического земледелия сейчас очень популярна в Европе. В Германии, например... У них там есть целые плантации, целые фермеры, семьи, которые занимаются органическим этим. Земледелием. Я поняла, Ирочка, но здесь вопрос такой, наверное, что не всегда наши граждане знают, что в эту компостную яму можно ложить, а чего нельзя. Вот это вопрос, это наверное, другой. Вопрос. Дальше, Анатольевич? Это уже вопрос просвещения. То же самое, что касается и бумаги. Не каждую бумагу можно сжечь, потому что та же самая глянцевая бумага, она при сжигании выделяет очень большое количество токсинов. А я вот знаю, что Дмитрий вообще против сжигания бумаги, да? Естественно, нужно собирать макулатуру раздельно и сдавать в приемный заготовительный пункт вторсырья, либо в специальный контейнер для сбора макулатуры. Да, потому что
из данной макулатуры может производить такую продукцию, как газетную бумагу, туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца, картонные коробки. И эта продукция совсем не уступает именно первично произведенной, но позволяет экономить большое количество энергии, воды. Но самое главное, она позволяет сохранить наши деревья. Как мы уже в начале передачи говорили, что одна тонна бумаги, произведенная, 600 деревьев. Ну, это одну тонну более 20 деревьев. 3 тонны – это 600 деревьев. Вот, мне подсказывают, что был телефонный звонок, сорвался. Люди предлагают поставить какие-то контейнеры для того, чтобы туда бумагу складывали. Потому что многим тяжело до школы донести собранную макулатуру. У нас все предусмотрено. И на этот счет. Это желтые контейнеры. Спецкомунтранс занимается и сбором, и заготовкой. Так, а что нужно сделать? Позвонить? 10 килограмм насобирать и позвонить в диспетчерскую спецкомунтранс. И к вам все приедут просто. На дом. Вот так, уважаемый телезритель, если вы нас слышите. Но меньше 10 килограммов не берете. Ну, конечно, транспортное плечо меньше 10 килограмм. Эффекта экономического нет. А вот, кстати, никакого. 10 килограмм бумаги, это много? Это немного. Немного. Нет, немного. То есть по соседям походите, и приедет спецкоммунтранс прямо на дом, к многоэтажке, так? Хорошо. Еще один вопрос. Вопрос, который приходится решать каждому. Это утилизация старой бытовой техники, батареек и вот этих, как они, люминесцентные лампы, да? Энергосберегающие лампы. Вот скажите, как с этим обстоит, с утилизацией этих вещей? Долгое время в нашей республике не решался этот вопрос, и сложнобытовая техника, утратившая потребительские свойства, поступала на захоронение, и тем самым захоранивались ценные ресурсы. Но в последние годы активно в данном направлении начало работать предприятие «Гомель ВТИ». Что нужно сделать вот простому гражданину, если у него образовалась... Бытовая техника старая, да. Вот холодильник сломался, машина, надо выбросить, что делаем? То есть самый простой способ – это позвонить предприятию, телефон 42 10 45, и специалисты… Это спецкоммунтранс? Нет, это Гомель ВТИ. Вот. И специалисты предприятия приедут к вам домой, заберут вашу технику. И сами снесут, да, все погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы они берут на себя. И есть второй вариант, который предусматривает денежное стимулирование населения. Это если сам гражданин доставит в пункт приема свою вышедшую из употребления технику, то порядка там 15 копеек за килограмм он получит. 20. Ну вот, цены поднимаются. 20 копеек за килограмм чистого веса. И очень много сдают, приезжают. Угу. В том числе и приемные пункты спецкоммунтранс принимают. Ну, отлично. Хорошо. Батарейки куда, Александр Анатольевич? Ну, это проще простого. Магазины мы ходим все. Ну, не в каждом же магазине стоят. Площадью больше 100 квадратных метров в каждом. Вот если бы мы знали, что магазины крупной торговой сети, все знают, о которой я говорю, да, обязательно будет стоять контейнер для сбора батареек, мы бы, может, и захватывали. А так ходишь, когда ты вспоминаешь? Те магазины, которые продают эти батарейки, там обязаны стоять. Угу. Поэтому это для информации. А так. В больших торговых магазинах с площадью свыше 100 квадратных метров. А лампочки? И лампы там тоже самое. Стоит ящик для сбора батареек и лампочек. Но это же отдельные и раздельные ящики, раздельные, да? Раздельные ящики, да. Но он вместе ящик, но раздельно собираются батарейки, лампочки. Мы просто хотели заострить внимание именно по сборке отработанных батареек и ламп. Просто, уважаемые граждане, не выбрасывайте просто в окружающую среду, потому что там находятся опасные вещества, такие как ртуть, кадмий, которые опасны для здоровья. Они относятся к первому классу опасных веществ. Вы сами себе можете навредить, поэтому старайтесь сдать их куда положено. Вы знаете, масса вопросов осталось. Я бы хотела вот поинтересоваться, как утилизируются лекарства и тоже масла так. И так далее. Но абсолютно это уже тема следующей программы. Поэтому, дорогие гости, обещайте мне, что когда мы затеем еще раз экологическую тему, вы обязательно придете по первому зову. Благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что сегодня никто из зрителей не засомневался в необходимости конкретных действий по охране природы.
природы. Делая свой вклад в защиту окружающей среды, мы даем будущим поколениям шанс жить мирно и счастливо на здоровой и процветающей планете. Добрый вечер, Гомель, и я, ведущая Елена Троценко, прощаюсь с вами до следующей встречи. Всего доброго и до свидания.